всему хорошему рано или поздно приходит конец. Слушайте, наша беседа, я надеюсь. Поймал себя на мысли, да, и наша беседа подошла к концу. Вы знаете, я хотел бы... Вы сильно порежете, наверное? Мы никогда этого не делаем. Потому что вот все это... Нельзя умного человека резать, причем по-живому. Все это вот... Вот все, да. Словесный понос. И вы знаете, я подумал, чего бы я мог... То, что вам я желаю здоровья и по-прежнему, чтобы ваша голова так работала, это понятно. Чего бы я себе пожелал? Я бы себе, наверное, пожелал, чтобы у моей страны был такой министр экономики. Может, даже и в вашем лице. Я думаю, что от этого наша страна только выиграла бы. Ну, спасибо. Тогда придется третий раз пригласить на похороны. Обычно говорят, приезжайте. Я вам скажу напоследок, не уезжайте. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.